Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я собственник одной из квартир ЖК «Острова». Находимся мы на нашей территории, где периодически нам портят наше имущество, ломают наш забор, выносят сюда весь мусор без учета того, что эта мусорка предназначена только для жителей ЖК «Острова». Территория занимается чужими машинами со стороны домов 12, 10 и те, кто находится по ту сторону. Таким образом, из-за того, что здесь происходит постоянная порча нашего имущества, на территорию проникают наркоманы, алкаши, люди с низкой социальной ответственностью, бомжи, которых периодически мы находим на наших детских площадках, в наших подъездах. И приходится их оттуда ликвидировать.